мать девочки? Да. В браке на данный момент состоите? Официально не разведены, давно живем не вместе. Второй ребенок общий? Нет, не общий. Соня умела плавать? Конечно. Она умеет плавать? Как случилось так, что она оказалась на улице? Я не знаю, Саша! А у Константина есть основания сомневаться, что Соня его дочь? Мне нужен адвокат. Я клянусь, что никто никогда ни при каких обстоятельствах не узнает о ваших симптомах, страхах и диагнозе. Обращались ли к вам в последнее время граждане с признаками садизма, особенно направленного на малолетних детей? Беги! Послушай, ты давно уже не в институте Сербского, и никто серьезнее неврастенников к тебе не приходит. Что сделали вы? Где она? Где она? А он просто сидел здесь и скалился всем лицом. Его вина не доказана. Вы защищаете больных ублюдков, которые к вам приходят, а 8-летних девочек вам не жалко. Есть вероятность, что это не он. Я не верю, что вы ближе других Богу.